Здравствуйте, я хочу попробовать первый в мире эксперимент на поезде на колесе, на гироколесе, с закрытыми глазами, то есть завязанными глазами. Берем шапочку, смотрим, как она просвечивает или нет. Здравствуйте, дорогие подписчики! Вот этот прекрасный осенний денек, напоенный свежестью осеннего леса, листвы опавшей. Вот прекрасно можно кататься. Вот я, что я сейчас и сделал. Вот покатался. Рекомендую всем иногда брать колесо и кататься. Я всем рекомендую колесо обычное, совсем простое, без всяких наворотов, без всяких понтов лишних. Вот. Взяли обычное колесико, вот, и спокойно катаетесь. И не нужно вам думать о нем, прыгает оно, не прыгает. Если ноги у вас есть, и они могут пружинить, то все у вас будет нормально. Все остальное – это маркетинг просто. Если у вас есть лишние деньги, вы можете покупать колеса сразу, новое, как оно только вышло. Вот. Но что вы от этого получите? Оно тяжелее, по-любому колесо это, с лишними наворотами. Тяжелее, менее управляемая 100%, потому что связь ног с колесом происходит не непосредственно на педали, а еще через амортизационную хрень. Вот поэтому и получается, что контроль у колеса гораздо слабее. Хотя если вы просто перемещаетесь по прямой, вот так вот, по прямой просто, то тогда, конечно, будет вам это нормально. Едьте по прямой просто и все. Я бы выбрал бы новое колесо для себя, если бы у меня, например, оно, ну, сломалось бы, да. Вот, или, допустим, мне нужны были бы какие-нибудь запредельные скорости. Я вообще считаю это глупостью просто. Эти соревнования на скорость — это просто чисто, ну, я считаю, неоправданный риск. Вот, и возможность хорошо расфигачиться. Вот, потому что если на такой скорости у вас отказывает контроллер от любых вариантов, то гарантированно вы летите кубарем, независимо от того, умеете вы управлять колесом, не умеете управлять колесом.
Вот и все. Вот. Это идет в противовес мотоциклетному спорту, автомобильному спорту. Там все зависит от управления, от возможности вашего управления либо автомобилем, либо мотоциклом, ну, распределение скоростных характеристик, значит, мотоцикла или машины. А здесь же в соревнованиях на скорость на моноколесе, ну, вы просто, так сказать, рискуете себе свернуть шею и все, как бы на потеху публики. Вот. Вот так вот. Все. Здравствуйте, я хочу попробовать первый в мире эксперимент на поезде на колесе, на гироколесе, с закрытыми глазами, то есть завязанными глазами, то есть без зрения. Вот, получится или нет, мы сейчас посмотрим вот на этой вот дорожке. Вот свидетели, дочка и Лена, жена. Вот, сейчас попробуем, что из этого получится. Так, так, значит, берем одну шапку, одеваем. Давай, дай вторую. Вторую шапку одеваем. Вот так, вот, все. По поводу колес с подвеской. Конечно, гироколесо должно развиваться. Но при этом нельзя терять баланс между необходимым оснащением колеса, весом, форм-фактором и ценой. Для многих даже простое колесо стоит дорого. А навороты в виде подвески могут войти в моду. И чтобы просто кататься, придется платить деньги за навороты, которые не всем нужны. Считаю, что надо доводить до совершенства имеющиеся варианты колес, а не плодить бесконечные новинки с косяками, которые оплачивает покупатель. Смотри сюда. Так, смотрите, вот шапку, вот мы одеваем шапку, опа, ничего не видно, ничего не видно, снимаем, вот, одна шапка, вторая шапка, все, проехали. Вот моя куртка из плотного материала. Вот. Сейчас я ее одену на глаза и с закрытыми глазами, соответственно, проеду на колесе вперед-назад. Эксперимент. Смотрим, вот она. Куртка, ничего не видно здесь. Вот. Еще смотрим на свет. Вот. Вот. Вот смотри, вот ткань, да? Да. Вот. То есть, в принципе, через нее свет не проходит. Да? То есть видишь, плотная ткань? Вот она, вот. Свет не проходит. Это моя, значит, ткань. Сейчас я ее себе одеваю на голову. Все, что вы здесь увидели и услышали, не претендует на единственное правильное мнение, а отражает только свое, основываясь на собственном опыте и собственных выводах.
А ваши выводы за вами. Можно в комментариях. Милости прошу на свой канал. С уважением, ваш Твой канал.